Всем привет! Сегодня мы будем играть в Dark Deception Monsters and Mortals. Итак, вот, всем привет, ребят! Я снова тут, наконец-то, уже четвертый месяц, как меня нет на канале, но я снова здесь. Ну, так получилось, что мы сегодня будем играть за Аяно. Это персонаж из Yandere Simulator. Это DLC, можно сказать, но его скоро хотят убрать, так как разработчики эти... Dark Deception попросили Steam убрать эту обнову, ну, DLC из Steam, не знаю по каким причинам. Ну, я успел приобрести, сегодня мы будем играть режим Shard Mayhem, я играю за монстра, насколько понимаю, и тут монстры сами вместе со мной играют, их тут много. Ну, будем бегать, собирать, играться. Тут еще новая карта добавилась из Yandere Simulator. Так что это прикольно. Если что, можно будет зайти. Просто не с первого раза заходит именно. Постоянно вот подключаются игроки. Ну, возможно, мало людей играют пока что в обновление, не знаю. Такая фигня. Кстати, обезьян нет. Замечательно. А, кстати, у нее способность будет, наверное, захватывать в паутину какого-то врага, получается, и оглушать его. То есть даже я вырубить смогу этого врага. Так, вот так я смогу посмотреть, кто где находится. Мне это не так уж и нужно, конечно. Мне главное собирать эти алмазы, кристаллы, или же камни хаоса, как они и называются. Это ускорение. О, это что за фигня? О, малак. Ты что говоришь? Ну, я понимаю, у меня меньше всех собрано. О, обезьянка. Да не трогай, не пожалуй. Да блин, малак, фантом, что ты хочешь? Так долго этот респаун заряжается, ужас. А? И мы появляемся снова. О, заново наша способность заряжается. Ой, капец. Интересно, тут еще есть персонажи из этой игры? Я пока что никого не видел еще. Вот Аяно и все. Два скина на нее. Возможно, есть. Надо будет проверить просто. Следующая волна алмазов наплыла. Я несколько этих алмазов пропускаю, конечно. Но ничего. А, это эта фигня. Ладно. Ну, я не знаю, я пройду, нет? Может, и пройду. Эта фигня мне понадобится. О, очень хорошо.
200 набили почти. Ну все, отлично. Проходим дальше. Пока в точности не знаю, что буду в ближайшее время снимать, это точно я не знаю. Буду смотреть, что есть. Попроходить. Много чего. Final Wave. О, давайте. Ну-ка, кто попадется первым? Ладно, пока собираем. А второе место, может, буду. Да никого нету. Эй! А, привет. О, смотрите, вот. Вот так это работает, да? Ну, я способность, надеюсь, использовал. А, да. Да, все верно. Все верно. Ой, что это за фигня? Проблема с сетью. Ну, короче, ребят, вот такое вот прохождение, можно сказать, Time's Up. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Увидимся в следующих видео.